Привет, друзья. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту картину. Она почему-то мне очень нравится, потому что я, когда ее писал, я ее много-много раз переделывал. Она была то веселая, то невеселая, то грустная. Да, и потом неожиданно ночью я позавчера глаза такие случайно сделал. Ну, случайно совершенно. Ну, делал, делал, искал цвет там, чтобы душа появилась. И вот почему-то вот мне очень нравится вот эта картина. Я не знаю, что-то в ней есть. Вот в этом выражении, если присмотреться, что-то там есть интересное такое. Ну, может быть, света добавить там вот здесь, вот здесь, вот. А может, так оставить. Видите, какая шапочка интересная. Ну, шапочка-то шапочка. Глаза. Глаза и выражение. Вот это вот выражение, посмотрите. Мне почему-то кажется очень интересно. Ну, мне так кажется, может быть, потому что я как бы в трансе уже, потому что, как говорится, глаза замылились, потому что когда много делаешь, 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 исправляешь, исправляешь, надо, конечно, отойти в сторону. И вот у нас в методике ключ, там вот обычно мы говорили там в роликах и на ликбезах говорили, и на вебинарах говорили, что если хочешь выйти из конкретной задачи и увидеть ее со стороны, чтобы ее решить, да, увидеть целостное или нецелостное, да, надо отойти в сторону. Но художник отходит в сторону на дистанции, на расстоянии. А эмоционально, чтобы отойти в сторону, надо или смотреть рассеянным взглядом, дистанция появляется, или надо снять напряжение. То есть чем больше вы снимаете напряжение, напряжение снимаете, 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 и потом выходите на состояние обнуления, разгрузочное такое состояние, когда вы уже все проблемы, которые были эмоционально для вас значимы, в которых вы находились внутри. А теперь вы когда разгрузились, там у нас есть ключевая разгрузка упражнения. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, в роликах там есть ключевая разгрузка. Да много у нас там роликов интересных. И вот, значит, можно на дистанции физически отойти, пространственно. А можно эмоционально отойти, тем, чтобы выйти из вот этой узколокальной сосредоточенности внимания, чтобы посмотреть как бы со стороны. Для этого надо снизить напряжение. Вот я рассказываю такие вот связи, какие есть у нас между пространственным дистанцированием, чтобы видеть задачи свои со стороны, картины свои со стороны, то, что ты написал там со стороны. Есть эмоциональное дистанцирование, отрешенность. Да, это вот как раз-таки разгрузку надо сделать. Ну, у нас скоро будет вебинар, через недельку будет вебинар, я это объявлю. А сегодня к нам приедет Нелли Зарипова, лид-агент, которая связана с издательством АСТ, где у нас выходит новая книжка, она уже должна выйти в январе месяце. Да, и подписать, кто выиграл под конкурс. И, конечно, по конкурсу, кто выиграл, я сегодня подпишу эти книги, поставлю свою раритетную печать. Да, но много писать не буду. Мне сложно много писать, чисто потому, что у меня шея оперированная. Вот-вот-вот. Да. Но подпишу, конечно, а как же? И кто выиграл конкурс, подпишу. Это, во-первых, на ликбезе на прошлом. И подпишу тем, кому давно обещано. Любовь Абакумовой. Конечно, наш почетный участник школы. А как же? Цивилю подпишу, конечно, его имя есть, ее имя есть, ее тексты есть в новой книжке, а у Цивиля и в старой книжке есть. Так что, друзья, до встречи. А как приедет Неля, я ее убедю, чтобы мы вместе сняли видео, да, как подписываем. А насчет картины, посмотрите, мне кажется, что-то там есть. Но мне так кажется, мне так кажется. А как вам кажется? Посмотрите, пожалуйста. Вот вглядитесь в картину.
Да, вот как раз-таки, когда вы вглядитесь, вы там увидите какой-то, вот там есть какой-то взгляд. Ну, мне почему-то так показалось, не знаю. Мне кажется, интересно. До встречи.